Вот уже в течение около месяца вот такая вот херня. Мусор никто не вывозит. Все киснет, тухнет здесь. Крысы уже бегают. Это находится Заводоуковск, район автовокзала. Сегодня 9 мая, значит, 2021 года. Здесь дома, переулок Ворошилова, 12, 13 дом и 11. Вот это вот все вот. Никто не вывозит. За что люди деньги платят? Администрация города, прошу вас разобраться с этим и принять какие-то меры подрядчикам, которые занимаются вот этим мусором, вывозят. Тут уже ветром все раздувает, и ветром по улице пакеты летают. Надеюсь, вы услышите.